Всем привет, мои уважаемые подписчики, с вами Слава Спец. И в этом видеоролике вы увидите, как я купил новый автомобиль, как я продал Урус, ну и такой краткий рассказ, как подняться до BMW X7 M. Вот так вот. Стоит она 8 300 000 долларов. Это довольно такая нормальная сумма, которую не каждый сможет заработать. Ну, многие уже заработали. И, кстати, мало таких машин на сервере. Ну, блять, я только две штуки видел. Все. Ну, и я теперь езжу на ней. Она вообще четкая. Управляется лучше, чем Урус. Урус я продал за 7 миллионов 340 тысяч. Это тоже вы увидите на экране. Да, и давайте перейдем к небольшому рассказу, как я поднялся до данного автомобиля и какими способами, а такими способами, которые у меня есть на канале. Там есть видеоролики, которые вы не смотрите, задаете мне некоторые вопросы, почему, как там заработать, там туда-сюда, расскажи, покажи. Вот, пожалуйста, заходите, смотрите, ролик 40-минутный, подписчик за день заработал 70 тысяч, ездил на Инготе, блять. Да, кстати, не забываем, если вы хотите играть на проекте GTA 5 RP, а именно на Strawberry, ну или на другом любом сервере, на всех серверах проекта действует промокод Трунов, который даст вам випку на 10 дней и 12 500 долларов, до 5 уровня. Не забываем его вводить, нажимаете F10, шестереночка, промокод, и туда его вводите. А для вас, братва, я хочу пожелать приятного аппетита, кто кушает, и всем приятного просмотра. Как подняться на проекте? Это для начала нужно ввести мой промокод, чтобы хорошо подниматься. И чтобы опыт вам все X2 до X2 шел. И бабки шли. Идете в банду. Вступаете в банду, там договариваетесь. На 5-й ранг попасть или же узнаете, можно ли угонять тачки с 1-го ранга, то это будет вообще замечательно. Покупайте фракционку, там самую дешманскую. Вот, едете, угоняете авто. Зарабатываете 7,5, едете, берете тачку на первое время, или можете еще раз угнать авто, уже у вас будет 14 тысяч, на 14 тысяч можете арендовать финик и двигаться на финике, грабить дома. Все, что нужно знать, это есть у меня ролик на канале «От бомжа до миллионера», или «Как заработать 100 тысяч в день», или 70 тысяч, я не помню, как он называется. В том ролике все подробно обрисовано, рассказано. С самого начала, то есть сел на мопед и поехал показывать, как не как некоторые блогеры рассказывают все это в течение 15 минут и вообще ничего не понятно. Но я сделал ролик, чтобы было понятно. Да, начнем, что я начинал изначально с тачки, не помню, как она называется, 60 тысяч стоило, я ее потом в гослил, забил хер на GTA. Мне потом, помню, выдали на бэху семерку, я, короче, гонял на ней, и каким-то днем ее слил в гос, залетел в казино, поднял бабок нормально, купил даже организацию, на офис мне уже выдали потом, и дополнительно я там поднял бабок и купил себе опять бэху семерку. Погодя немного времени, я умудрился с 88 фишек поднять 3,2 миллиона. Я половину потратил, купил себе финик, там всякую ерунду, и половину бабок я слил. Там я ездил в концовке, я продал финик, купил камри, остальные бабки слил, потом камри со психу тоже слил, опять проиграл. Взял себе, короче, рейбл, начал рыбачить в море, рыбачил. Каким-то днем опять залетел в казик, 40 тысяч было баксов. 400 фишек, я опять умудрился поднять на финик. Короче, у меня было 3 финика, потом я наловил много рыбы, тоже есть видеоролик. Я сдал на целый лям, продал финик, купил М5, новую салона Е60. После я как-то умудрился Е60 слить в казино. Все виновато казино, но иногда он дает плюс. Когда я слил, я замутился, подкрутился, и мне выдали на ГЛС. Этот ГЛС я потом все-таки опять продал. На этот ГЛС я купил себе шмотки. То есть, а потом я бабок подзамутил, купил себе бэху Е39, М5. На ней я очень долго ездил и зарабатывал на финик. Заработал на гелик. Там же я, не помню, в этом же видеоролике про гелик я продал эту бэху, свою любимую. Со временем гелик заебал, я купил себе М5
поменялся на M5 F90, плюс я еще бабок замутил в казино, купил Lexus, и после того я еле как, блядь, продал эти две машины. Мне дружбан Максим добавил 800 или 900 тысяч, я поехал, купил себе Урус. Тогда это для меня пиздец, тачка была достижение, блядь. Урус 330 с редуксом хуярит, блядь. Это вообще пиздец пушка, или 315 без редукса. Все, прошло время. Что-то сегодня меня соблазнил Макс, короче. Давай там что, прокатился. Нормально. BMW X7M, блядь. Это заменяет Урус. Он лучше рулится. Багажник также 145. Блядь, езди не хочу. И вид такой, ну у каждого свой вкус, как бы. По первости мне эта тачка не нравилась, она сильно такая громоздкая, она даже чем-то на ГЛС похожа. И я ее купил, она меня устраивает, я пока поставил на нее турбо и четвертый двигатель, она 315-320 едет по трассе, еще потом доставлю. До нее вот сделали бы побольше бамперов там, и цены бы ей вообще не было. Так что, ребята, всем советую покупать эту тачку. Да, кто еще не подписался на канал, подписываемся на канал и ставим колокольчик и пишем комментарии. Также будут новые и новые видеоролики. Я все равно, может быть, и дойду когда-нибудь до кулинана. И то, блять, это не факт. И то не факт, что я буду, блять, постоянно играть в эту игру. И вообще, YouTube канал — это как бы, блять, мое хобби, развлечение, что ли. Вот так вот. Я не актер, я обычный человек. Я никого не играю, я показываю самого себя. Заходите на мои стримы. Каждый день практически я провожу стримы в 16.00, там, 16 по 18.00 по МСК я запускаю. У меня плюс 4 время, я всегда управляюсь часов до 12. Какие-то дни, 2-3 дня я отдыхаю. Ладно, все, на этом видеоролик заканчивается. Ставим лайки и подписываемся на канал. Всем пока-пока.